ходе последней мировой войны погибло 7 миллиардов человек. Мы — те, кому удалось выжить. У нас есть два варианта. Либо построить для себя новое будущее, либо вернуться в прошлое и попробовать еще раз. Увидимся на той стороне. Иногда мне хочется, чтобы путешествия во времени существовали только в фантастических романах. Наши враги знают, что нам по силам изменить будущее и вычеркнуть их из истории. Именно в этом и состоит наша цель. Я нашел повстанцев, находящихся в стазисе. Если уйдем сейчас, у нас будет шанс. И что мы будем делать? Наблюдать за тем, как история повторяется снова и снова? В нашей временной зоне действует новый охотник. А время игр закончилось. О, нет. Это будущее, созданное тобой. Ты подписала всему миру смертный приговор.